Совещание чиновников началось с международных новостей. Жансый Тюймебаев рассказал, что был в числе делегатов во время официального визита Нурсултана Назарбаева в соседний Узбекистан. На бизнес-форуме он установил договоренность с губернаторами Рязанской и Сырдарьинской областей и Ташкента для улучшения торговых взаимоотношений между регионами. Наш Ельбасы и президент Узбекистана особо отметили наше внимание, уделяемое торговым отношениям на пограничных районах. Хочется отметить и то, что в бизнес-форуме в Ташкенте принимали участие 120 наших граждан, что является хорошим показателем. На повестке дня также встал вопрос реализации государственной программы «Серпын», которая позволяет получать образование в вузах и колледжах Западного, Восточного и Северного Казахстана. Для проведения информационно-разъяснительных работ для населения в области начал функционировать специальный информационный центр. По итогам трех лет 50% более 11 тысяч грантов получили молодые люди из Южного Казахстана. На 2017-2018 учебный год в 25 высших учебных заведениях и 30 колледжах 9 областей было выделено 4513 грантов. Абитуриентам по образовательной программе «Серпын» гарантирована хорошая стипендия, место в общежитии и питание.